так, и потом еще 4, то с точки зрения математики, скорее всего, здесь записано следующее. 2 в степени 3 в степени 4. Если вы тоже не понимаете, о чем идет речь, не расстраивайтесь, это язык программирования. И доступен он далеко не всем. Программистов в мире меньше 1%. На Ямале же растить квалифицированных айтишников решили с детства. Теперь северные школьники, обладающие образовательными сертификатами, учатся щелкать уже университетские задачки. Образовательный сертификат подразумевает под собой обучение и подготовку к ЕГЭ. И вас этому будет обучать преподаватель вот из Санкт-Петербургского вуза ИТМО. И то есть этот преподаватель, он, во-первых, дает куда больше информации, чем на уроках информатики, и он объясняет, так сказать, понятнее и интереснее. В этом учебном году сертификаты получили 333 старшеклассника, а заявок поступило более 700. На сменах по информатике побывают 80 школьников со всего Ямала. Они пройдут в Новом Уренгое и Салехарде. Как мы сами из Санкт-Петербурга, да, из университета ИТМО, и интересный опыт, даже не столько, для меня это даже не столько смешение городов, сколько смешение парадигм существования, что смешивается школьная и университетская среда. Наибольший интерес представляет не только то, что ребята съехались из разных городов, а то, что нам удалось создать вот такую вузово-школьную коллаборацию. Получить образовательный сертификат может любой ямальский школьник. Отбор идет по оценкам ОГЭ, результатам участия в различных олимпиадах и курсах. Это очень весомая поддержка, потому что выезжать на какие-то сборы, там в тот же Сочи, в Сириус, эта программа именно для детей ЯНАУ была, в сборы в Ноябрьск, в школу спортивного программирования, это тоже организуется от ЯНАУ, и это очень помогает развиваться. У меня есть возможность... Мне, как человеку из достаточно небольшого маленького города, с населением всего 32 тысячи, вот переехать в такой большой город, как Новый Уренгой. Тут школа, она абсолютно другая, нежели у нас. И очень интересно здесь находиться. Номинал сертификата 81 тысяча рублей. Деньги можно потратить на углубленный курс по точным наукам у преподавателей лучших вузов страны. Образовательные интенсивы помогут ребятам не только лучше подготовиться к ЕГЭ, но и определиться за будущей профессией и университетом. Милана Федорова, Антон Берестянский, информационное агентство «Импульс Севера».